Всем привет! Сегодня с вами у нас распаковочка Avon по февралю. И это у меня вот такая коробка. Заказ спонтанный. Заказ позвонили и кое-что заказали. И коробка еще не открыта. Я вот стала открывать и думаю, сейчас давайте-ка мы вместе с вами ее вместе и откроем. Я, конечно же, видела уже электронную накладную и не могу сказать, что она меня порадовала. Все по порядку. Порядку. Итак, что у меня в заказе? У меня заказали два аромата Viva La Vita. На них сейчас цена, по-моему, 980 рублей. Это классический аромат Viva, аромат про яблоко, про сандал, свежий такой, древесный, я бы сказала. Не самый мой любимый, но есть любители, считают, что это свежий аромат. Для меня это аромат не свежий. Довольно-таки, ну там сандальчик и все-таки аромат на любителя. Всегда говорю, не советую приобретать без пробников ароматы, потому что отзыв отзывом, а конечно же всегда нужно попробовать. И также у меня в заказике два аромата классических Summer White, да? Summer White Sunset. Этот аромат очень приятный, шлейфовый. Это, можно сказать, бюджетный Today, как я говорю. Всегда его любят. Всегда у меня есть клиенты на него. Девушка взяла сразу два. Сейчас они в каталоге 400 рублей всего лишь. Вот два ароматика девушка приобрела. Поехали дальше. Также у меня в заказе присутствует любимый всеми аромат Series Richards. И на него тоже цена 400 рублей. Это, в принципе, такая постоянная цена в каталоге. И я взяла набор. Девушка мне сказала, что ей не нужен гель. А я себе решила взять гель. Мне так очень выгодно. Вот такой для тела и волос. Такой вот наборчик. Вот эти, кстати, гели, они намного качественнее, чем обычные гели в обычных бутылочках. Так, что еще у меня в заказе? Это мне сказала подруга, когда я уже оформила свой заказ большой, который вы видели распаковку до этого. И я думаю, если наберется заказ, я закажу. Это драгоценные масла, шампунь с комплексов масел 400 мл и бальзам. Ой, как-то неудобно. Бальзам для волос 250 мл. Так. Я сегодня немножко с другого ракурса, так как у меня простуда на губах, а во-вторых, просто для разнообразия решила снять вот с такого ракурса, почему бы, собственно, и нет. Также при оформлении заказа, по-моему, от 2500, я даже сейчас вам точно не скажу, я уже, честно говоря, и забыла. В общем-то, на сайте есть такое окно, можно выбрать ароматы. Например, в этот раз был аромат Eve Embrace. Можно взять за 650 рублей. И вот я предложила своей знакомой, она его возьмет за 650 рублей. По-моему, там Incadence был. И была водичка Lucky Me Intense. 150 рублей десяточка. Как-то так. Так, ну я решила взять. Так, еще у меня в заказе аромат. Сегодня, кстати, да, ароматный заказ. Love Naturals Jasmine. Тоже клиентка у меня заказала. Вот такой ароматец. Этот аромат про цветы жасмина. Он сладкий. Здесь написано нотки кунжута и древесные ноты. Он очень сладкий. Мне кажется, у меня есть такой аромат. Надо прям поискать в своей коллекции. Если я его не продала, по-моему, у меня такой аромат был. Если у меня не забыла его подруга. Они сейчас идут по 1400 рублей. Да, это не бюджетно, но есть люди, которым такая цена кажется нормальным. Это... Вот это один человек взял вот эти ароматы, вот этот и вот этот аромат. Так, к ароматам Sunset я также взяла два шариковых дезодоранта. Клиентке не нужно, а мне они вышли по 100 рублей, и как бы мне это выгодно, хорошо. Я их себе оставлю, потому что я сама пользуюсь дезодорантами шариковыми, мне не очень нравится. Так, что еще в заказе? В заказе у меня, сейчас подползу к самому интересненькому. Еще была вот такая пена, пряный апельсин и клюква. Вот эти пены, они идут густые. Мне кажется, они гуще, чем полулитровые пены. Такую пену мне заказали. Она, кстати, была в распродаже. Она стоит 200 рублей. Ну, вот клиенту надо было. Так, у меня в заказе еще вот такая помада. Помада с распродажи Dark Nude. Это у нас помада Ультра в лимитированном издании. Белый такой вот колпачок. У меня, по-моему, такой
Cherry Blossom или Blossom Pink называется. Она очень увлажняющая и хорошо пигментированная. Удачная помада кремовая. У меня сама вот розовый оттенок, мне нравится. Так, еще у меня здесь присутствуют ну, такие как мини-открыточки. Вкладывают. Не помню за что, наверное, за ароматы. Ну, вот такая мелочь приятная. Так, мне вложили вот такой лифлетик. Не знаю за что. Ну, я подарю это клиентке, которая у меня взяла вот много ароматов. А вот расстройство. Мне не пришел набор с распродажи у нас с лифлета. Набор, который были 5 предметов. Но мне почему-то пришел с этого набора вот такие два лосьона после бритья. Что я решила? Я сказала, клиентка, эти наборы, один набор у меня есть в наличии. Я думаю, что я тот набор, который я брала просто в наличие себе, отдам клиентке. А когда придет до поставка, если придет, оставлю себе. Всегда мне пригодится, как бы у меня в наличии всегда что-то такое есть. Ну, если не придет, значит, просто не придет, деньги останутся на счету. Ну, в общем-то, как-то так. Они стоят под кодом 5. Так, еще у меня в заказе карандаш. Вот такой карандаш. Это карандаш у меня взяли девчонки. Я его не буду, конечно же, открывать, но вот так он выглядит. Карандаш для век. Карандаш для век, а здесь для растушевки вот такая кисточка, как спонжик. И сейчас хорошая цена у них 249 рублей. Оттенок бронз, бронз шин. Так, еще у меня здесь помада. Какая-то мокка. Тоже заказали клиенты. Матовая помада. Ну и давайте что напоследочек. У меня одна девушка захотела взять аромат Ивбекам. Я давала ей пробничек, и ей понравилась эта бабочка. Но она сказала, дорого, поищите, когда будет акция. Но я решила, что я дам ей со своей скидкой. Причем сейчас это получается выгодно. В общем-то, вот этот аромат, и к нему идет 3 подарка за рубль. А вот эти подарки я оставлю себе. Ивбекам. Также здесь моя любимая подводка, черный лайнер, это очень крутая цена, вот всего лишь за рублик вот такой набор. А аромат я ей отдам за 1000, то есть вот этот набор мне получается обошелся рублей 350-400. Если с моей скидкой посчитать там со всеми делами. И вот такая класснючая помада Леди, Лединг Леди. И оттенок здесь розовый. Такой оттеночек я открывать не буду, потому что, скорее всего, это пойдет у меня на продажу. Хороший ходовой оттенок. И вот такой наборчик. Вот такой, кстати, аромат выглядит. Десяточка. Также, ну, либо себе оставлю, либо предложу кому-нибудь. И в целом окуплю весь набор. А водичку я девушке отдам за 1000 рублей. 950 я, по-моему, обещала. Ну, в общем-то, мы с ней так договорились. Мне так выгодно и человеку выгодно. И вам что есть показать. Вот такой у меня сегодня был заказ. Немножко расстроили меня вот эти, что наборы не допришли. Ну, как бы ничего страшного, бывает и такое. Я все равно ничего не потеряла в любом случае. Ну, а я вас благодарю за просмотр. Если у вас еще нет скидки, а вы хотите, заходите по ссылочке под видео, либо напишите мне на почту, либо просто в комментариях, я вам отвечу, и я вас зарегистрирую. Новичкам скидка 25% на первый заказ от 2500. И доставка за 1 рубль при оформлении через приложение Avon On. Я вас обнимаю. Всем пока. До скорых встреч.